На что пошли миллионы? Сегодня в Набережно-Челнинском городском суде начался судебный процесс по делу бывшего гендиректора управляющей компании «Авангард» Сергея Чванова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности прямо сейчас. Вы под домашним арестом, по-моему, находитесь? С какой судачи? Нет. Все, комментарии какие? По версии следствия, Сергей Чванов с октября 2014 по сентябрь 2015, используя служебное положение, собирал деньги жильцов 7 многоквартирных домов на оплату коммунальных счетов. Однако ресурсоснабжающим организациям деньги переведены не были, и как и на счета формирования фонда капремонта, сообщает прокуратура. В итоге общий ущерб составил более 16,5 миллионов рублей. И жители в растерянности. Ситуация из-за невмешательства городских властей дошла до того, что люди перестают платить всем. Долги начинают расти, ситуация усугубляется. Как из нее выйти? А кто должен разрешить ситуацию? Ну, допустим, суд и городские власти. Вот мы будем смотреть, как сейчас все это происходит. Свою вину подсудимый не признает, считая, что следствие не имеет основания обвинять его в незаконном расходовании денег, не указав, на какие цели они были потрачены. Также Сергей Чванов утверждает, что неоднократно обращался в фонд ЖКХ с просьбой взять дома на обслуживание. Отказом послужило отсутствие у «Авангарда» лицензии. Вот в последнее время нами якобы по второму проведенному конкурсу по отбору управляющих компаний для наших домов, нами сейчас как бы управляет компания «Комстройсервис». Однако в подъездах стало грязно, они не убираются, а вокруг домов практически не убирается снег. С «Авангардом» нам было лучше. Судебный процесс будет проходить в общем порядке. Допрошены будут все потерпевшие свидетели, среди которых и нынешний генеральный директор «Авангарда» Татьяна Мухина. Кристина Маматова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.